Всем привет, с вами Информ ТВ. Шеннон Дуэрти проиграла борьбу с раком. Голливудская актриса сражалась с болезнью с 2015 года. Многие верили, что звезда Беверли-Хиллз сумеет победить недуг. Но в прошлом году врачи вынесли неутешительный вердикт. Рак перешел в четвертую стадию. В последние месяцы Шеннон активно делилась своими переживаниями в соцсетях. Несмотря на редкие появления на публике, она показывала свои фотографии и гордилась тем, что не прибегала к пластическим операциям. В последний раз фотографы сняли ее 16 июня, когда она шла рядом с мамой. Она была в обычной одежде, а головной убор выделялся на фоне теплой погоды в Малибу. Через месяц ее не стало. Еще весной этого года 53-летняя актриса призналась, что хочет уже скорее умереть. Ей надоело мучиться. Ее больше всего беспокоила судьба матери, поэтому она занялась оформлением документов, продала один из домов, также заказала свои похороны и уладила все формальности. Рак у Шеннон обнаружили в 2015-м, и она сама была уверена, что причиной стала процедура ЭКО. В интервью звезда «Зачарованных» рассказала о неудачных попытках забеременеть. Также она отмечала, что многие ее подруги, которые делали ЭКО, тоже в итоге заболели раком молочной железы. Она призвала женщин быть осторожными в этом вопросе.